конфискации для нужд Британии. Это сейчас ваш дом. Но мы имеем нас. Герр Люберт. Полковник Морган, прошу в дом. Моя супруга. Мы с дочерью до отправки в лагерь постараемся не мешать. А может, пусть остаются? В смысле, нам жить с ними? Неприязнь может и не проявляться, но она там, подспудно. Во время войны вы рассчитывали на победу Германии? Бомбардировки сказались на вас и вашей семье? Сказались, на здоровье жены. Сгорела в огненном шторме. Простите, не знала. Ты не говорил, что меня ждет. Все не так, как должно быть. Все вообще не так изначально. Не уходи. Мне нужно работать. Если уж шпионите за девушкой, могли бы сказать ей комплимент. Да, могу. Тебя не узнать. Поосторожнее, они другие. Ты ведь этого хочешь? За новую жизнь?